Здравствуйте, дорогие подписчики моего блога. С вами Иван Кочергин, и сегодня мы с вами узнаем, как создавать сказочный эффект в фотошопе. Иногда что-то подобное используют в кино, когда действие происходит во сне или в прошлом. Эффект крайне простой и не займет много времени на создание. Также не забывайте скачивать мои авторские пресеты для Lightroom. Голосуйте за интересующие вас темы будущих серий и выиграйте бесплатный мастер-класс по обработке. Все подробности по ссылке. Итак, для начала продублируем исходный слой, нажав Ctrl-J или Command-J на Mac. Переведем новый слой в режим Smart объекта, Filter Convert for Smart Filters. Затем применяем фильтр размытия по Гауссу со значением 20-40 пикселей, в зависимости от размера картинки и желаемого эффекта. Двойным щелчком по иконке с настройками меняем режим наложения на Screen, экран или Lighten осветление, и уменьшаем непрозрачность до 50-70%. Далее я еще решил добавить осветляющую кривую в режиме Lighten, чтобы выбелить светлые участки. Было бы неплохо добавить зерно. Создаем новый слой, заполняем его серым цветом, Shift Backspace, выбираем 50% серого. Затем фильтр Noise Add Noise или Шум добавить шум. Значение выбираем по желанию, в данном случае я выбрал 40%. Переводим слой в режим перекрытия, Overlay, и уменьшаем непрозрачность наполовину. Завершающим штрихом можно также поработать немного с цветом. Для этого создаем еще один слой с кривыми и в синем канале немного опускаем точку белого, чтобы покрасить цвета в желтые оттенки, и поднимаем точку черного, чтобы окрасить тени в синие. При этом следим, чтобы нейтрали оставались нейтральными и не окрашивались тот или иной цвет. Вот и все, дорогие друзья. Надеюсь, видео оказалось полезным. Еще раз напоминаю про мега крутые авторские пресеты, которые можно забрать по ссылке. Скорее жми на нее, пока видео не закончилось. А также про то, что нужно поучаствовать в выборе следующих тем для моих видео и выиграть индивидуальный мастер-класс уже 7 мая. Подробности по ссылке, которая сейчас на экране и в описании к видео. Жми прямо сейчас. На этом все. Пожалуйста, ставь лайк, подписывайся на канал и комментируй. Это был Иван Кочергин. До новых встреч. Пока.